Чужой изоляция, режим выживший, марафон. Третья серия второго пробега. Причем плавно перетекла второй перетек пробег из стрима, который внезапно оборвался по техническим причинам. То есть меня просто выбросило из сервера. Отключила снова, как и в прошлый раз, как и при первом стриме, там ближе к концу, но там стрим не оборвался, оборвалось лишь видео. Звук был. При этом у меня все шло хорошо. Здесь же вот так вот. Итак, седьмая миссия. Довольно сложная, стоит сказать. Да, это сложная миссия, она относится к доктору Лингард. Наверное, самая сложная миссия, доктор Лингард. Так, электромагнитные мины вообще смысла нету делать. Еще аптечку сделаю. Огромный плюс в том, что предыдущая ужасная миссия, я ее не люблю, тоже признаюсь честно, с андроидами дала мне колоссальное количество топлива. Топлива для огнемета. Топлива много не бывает. Вот это я вам точно заявляю, абсолютно точно. Потому что чужой такая тварь, что может появляться. Вот как сейчас, например. Конечно, я мог более аккуратно действовать. То есть там присесть, подождать. Но не хочу. Итак, я взял первый ящик с лекарствами. Миссия сложная. Скажу сразу, она реально сложная. Так, есть. Взломал дверь, взял второй ящик с лекарствами и тяжелый момент прошел. Так, вот третий ящик с лекарствами. И так, вон он чужой. Хоть бы не увидел меня. Повезло. То есть у меня много у меня огнемета. Так, вот четвертый ящик. Можно отбиваться, но лучше все-таки его лишний раз не драконить, потому что он начинает тогда более агрессивно себя вести. Все, осталось заблокировать сектор. Это происходит вот здесь.
О, патроны для дробовика. И два шокера. Хорошо. Если я не промажу болтером в будущей миссии. Хотя... Сейчас рано еще говорить, надо до нее добраться. Так, ну хотя бы время не тикает. Сектор я заблокировал. Поэтому вот вентиляция под полом единственный мой путь. И это вот, знаете, очень узкие, так сказать, моменты. К счастью, это из-за скриптованности. Чужой в основном сейчас там ходит, но сейчас он сюда точно придет. Потому что это уже основную задачу я выполняю. Внимание. Так, вон Ренсом. Да, взрыв я уже переживал. Что-то он фаер даже не... Как-то не понравился ему фаер, что ли? А, или он уже видел фаер в этой миссии? Уже не так ему интересно? Но все же интересно. Ну да, когда первый раз он видит фаер, он, конечно, более заинтересован в нем. Можно было, как вариант, конечно, бросить звуковой генератор. Так, мне не нравится, что он прямо здесь. Так, вот он. Что ж такое-то? Никак не хочет он отворачиваться от меня. Ни фаеры, ни генераторы больше на него не действуют. Ну ладно. Я не буду рисковать.
меньше я чуть-чуть потрачу. Но в этот раз, видите, как много. Топливо ушло. Очень много. Но лучше я потрачу лишний заряд топлива, чем... Тем более, что оно у меня пока что есть. Чем погибну и начну все сначала. Итак, это... 7-я миссия была. Да, то есть я 2 записи по 3 сделал. 6. Сейчас 7-я была. Осталось еще 3. 8, 9 и 10. Если я правильно считаю, что я сбился чуть-чуть. Но, по-моему, 3 осталось. Итак, эта миссия относится к Рикардо. Соответственно, она... сложная, потому что у Рикардо, ну, реально сложные миссии. И самая сложность этой миссии заключается в ее начальном этапе, то есть очень велика вероятность прям погибнуть. Прям вообще очень велика. Меня это очень сейчас напрягает. Когда она у вас там, первая миссия или вторая, еще ладно, можно там потерпеть, но... Когда она 8-я, уже это довольно напрягает. Ну ладно, буду пробовать. В принципе, я самые сложные этапы проходил даже когда она у меня была самой первой, и у меня не было огнемета. То есть вообще, в принципе, ничего у меня не было. Попробую сделать так. Личное сообщение мистеру Уэйтсу от Нины Тейлор из Вейланд Ютани. Бортовой самописец Настрома представляет для компании большую ценность.
Поэтому мы готовы предложить вам финансовую компенсацию, если он будет передан нам в целости и сохранности. Если же данные самописца будут повреждены или скопированы, за этим последуют серьезные санкции. Ну, еще одно. Приманиваю его. Так, надо убедиться, что он уползает. Все. Если сейчас ничего не заглючит, то... Надо, я не знаю, просто вообще очень-очень рассчитывать, чтобы ничего не заглючило. Потому что именно с этого момента чужой уходит из уровня. Все, чужого нету. Появляются три андроида обычных. Ох, все. Ушел. И на этом все. То есть, если вырубить этих трех андроидов, то все. Уровень становится абсолютно безопасным. Это, наверное, единственный такой уровень. Очень тяжело в начале, то есть там, ну реально. Такой вот путь, который я сейчас предложил, на мой взгляд, является просто лучшим. Самый вот узкий момент, как вы поняли, это в самом начале, когда шел по этому узкому коридору, где еще меня камера спалила. Кстати, вот здесь, если это первая миссия, вы без огнемета прошли, то есть чужого в конце можно... просто переждать в шкафу и аккуратненько запустить генератор. Вот здесь вот огнемет лежит. Если у вас его еще нету. Патроны. Идея. По-моему, это вторая миссия Рикардо. Если я правильно помню. Да, по-моему, вторая. В ней вы берете взрывчатку. То есть там блок из трех миссий. И в последней уже закладываете ее. Ну, а так как это... режим марафон, я уже здесь уже взял, точнее уже заложил эту взрывчатку. Но здесь это абсолютно не важно. Это настоящее испытание, суровое, из 10 миссий, без права на ошибку. Там же еще так более-менее все к сюжету привязывается, так что... Так, заменю-ка батареечку. Все. О, еще патроны для дробовика. Ну что ж, теперь мне точно хватит на дроидов, но... Так, это у меня 8-я получается.
Да, восьмая миссия. Осталось еще две. Я даже вспомнил, какие две. Да, точно. Это восьмая. Одна миссия с андроидами. Она к Ренсому относится. Не самое сложное, стоит признать, но затупить везде можно. Так, меня что, кто-то заметил, что ли? Ага, точно. Чуть не засекли. Так, ну, с ними вот сражаться вообще не вариант. Чему смеялся я сейчас? Так, купились. Черт, меня чуть не засекли. А мне еще лифт надо ждать. Хорошо. Кажется, меня не заметили все-таки. Спокойненько дождусь и все. Уезжаю. Есть 8 миссий. Одна с андроидами, как я сказал. Продолжаю. Не самая сложная. И одна будет реально сложная. Она относится к миссиям Рикардо. Опять же, повторюсь, у него, на мой взгляд, самые сложные миссии. У Рикардо три миссии. Вот осталась, которая идет под номером один. Но она очень трудная. А мне попалась миссия Ренсома с андроидами. И последняя, десятая, прям на закуску вообще. Сложная миссия на закуску. Ох, но, к счастью, у меня есть огнемет. Здесь он мне, если действовать аккуратно, даже и не понадобится вообще. То есть я постоянно, в принципе, сколько вот, несколько раз проходил эту миссию, тренировался, когда без огнемета мне удавалось. Ну, поехали. Забыл, кстати, создать, восполнить потраченный генератор. Странно. Пойдемте со мной. Так, очень плохо. Засекли меня, ну ладно.
Может, оно и к лучшему. Может быть, он идет как раз туда, где он меня увидел. Помочь, так я тебе и поверил. И вот здесь понадобится болтер, о котором я говорил. У меня даже... запасной есть выстрел. О, который, к счастью, не понадобится. Все, пост охраны заблокирован. Теперь загружу бортовые данные на Строма. Чужого пока что нету, можно спокойно бегать. Единственное, здесь андроиды кругом. Журнал на Строма. Кстати, можно эту запись Эллен Рипли найти. Это одна из 10 записей на Строма, которые спрятаны в основной компании. То есть, как видите, все проработано прям вообще. В этом у меня нету никаких вообще претензий к игре. Но вот поведение чужого, ну... все-таки для меня оно ужасно. Так, и возвращаюсь обратно. Через вентиляцию, потому что... основные двери я уже заблокировал. По сути, здесь осталось только три андроида. Да, три. Или два. Что-то я сбился. Один вот там справа, его вообще нет смысла трогать. И вот он, центр связи. Этого андроида я как раз прикончу. Комнаты. Черт. Ой, как неудобно. Ох, черт, промазал. Так, ладно, 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 спокойно. Надо же, мерзавец пришел на шум. В принципе, если действовать очень аккуратно, то можно и не поднимая тревоги это все пройти. Ну все.
Это тот самый андроид пришел на шум. Больше их здесь, я так понимаю, нету. Пока что уровень безопасен. То есть можно спокойненько бегать везде. А, да, вот сюда мне надо. Вот, найти выход, и под ним какая-то еще миссия непонятная, что-то. А один DLC-05 при обж... Странно. Ну ладно, неважно. Так, вот здесь металлоискатель работает, поднимется тревога. И... если я правильно понимаю, вылезет чужой. Я лично этого как-то не рисковал проверять. Либо андроиды какие-нибудь появятся, сбегутся. Я не... лучше не проверять, лучше не сейчас, во всяком случае. Если просто одиночную миссию загрузить, как отдельную ее, там можно поэкспериментировать, но не сейчас. А, так, ладно. Сейчас прибежит чужой. Внимание. Успел до его появления все активировать. Теперь он должен отвлечься. Да, отвлекся, я уже слышу. На оставленный мной заранее файер. Знание, сила, орк. И выход. Все. 9 минут. Итого 1 час 15 минут. Держусь уже прям вообще из последних сил. Продолжить. И если я правильно веду счет, правильно понимаю, мне осталась последняя, 10-я миссия. Она сложная. Даже очень сложная. Поэтому ни в коем случае нельзя расслабляться. Все под контролем. Что-то я заволновался. Нехорошая какая-то у меня причина. Надо гнать вообще эти мысли плохие, чтобы они не материализовались. Что меня радует? У меня много огнемета. Кстати, у меня тут как-то был большой фейл. Вот сейчас, по идее, не должно было быть анимации огнемета. То, что я его подобрал. А, ну ладно. Так вот, у меня была 8-я, по-моему, миссия в марафоне. Как-то у меня был неудачный забег. Я также все сделал, вышел. И у меня вот этот баг случился, когда у меня пропали предметы. То есть я ничего не мог выбрать, вообще ничего.
Я запаниковал, побежал обратно, и в это время на меня выскочил чужой и прикончил. После этого, кстати, я снес игру. Ну, вперед. Так, я, пожалуй, ничего не буду подбирать. Это последняя миссия. Мне уже ничего здесь не понадобится. Так особо. Так, вот, я взял один документ заключенных. Главное в каждой миссии разработать свой план действий, который для вас наиболее удобный. Для меня вот такой. То есть беру жетон сразу. Отвлекаю чужого. И бегу запирать оружейную. Кстати, вот тут УРД в оружейной. Не буду лишний раз светиться перед ним. Но думаю, что все-таки придется. Да, потому что у меня, знаете, был момент, когда я проходил эту миссию первой. В общем, у меня был момент, когда он просто 6 или 7 раз туда-сюда сходил. Я там спрятался за шкафом. Мне было нечем его, точнее, некуда было бросать фаер, чтобы отвлечь. Так, вот здесь в темном туалете есть еще жетон. Так, он купился. Я его слышу. На мой звуковой генератор. Так, неприятный момент сейчас тоже. Эти камеры. Так, ну никак не хочет он от меня уходить. Придется действовать грубо. Кстати, вот здесь надо очень аккуратно. Он может сверху напасть. Так, и в этом душе, в этой камере третий жетон. Он же последний. Так, вот-вот-вот слюни, о чем я говорил.
Так, ну я хотя бы этим самым его выманил. Из люка. То он там ловушку на меня устроил. Так. Забираю пропуск обязательно. Вот хорошо, что у меня много огнемета. Я очень-очень-очень тяжело проходил эту миссию без огнемета. А, так, куда идти? По-моему, сюда. Здесь я постоянно путаюсь. Да. То есть можно по кругу ходить. Можно через центр. Все, загрузить журнал посещений. Есть, все, осталось только выйти отсюда. Вот, опять он на меня засаду устроил. Так, ну я, кажется, сейчас я помню. Так, я не в ту сторону пошел. Ну и ладно. Такой целый круг дал. Не страшно. Самое главное, я дошел. Все, осталось только дождаться лифта, который очень быстро здесь открывается. И эвакуация. Все. Все, друзья. Насколько я понимаю, почти 1,5 часа. 202 тысячи счет. Все. По-моему, марафон закончен. Да, все. Ну что ж, как видите, это было не так уж и нереально, как мне казалось в первый раз. Тем не менее, нельзя терять концентрацию. Ну что ж, на сегодня все. Всем спасибо, увидимся и удачи вам.